Так, ребята, всем-всем привет. Я сегодня с вами Джамалидин Мурадов и вас приветствую на своего канал Дальнобой ТВ, Дитрак ТВ. Так, ребята, у нас сегодня воскресенье 2023 году и у нас сегодня небольшой обзор. Обзор про автономный тягач Renault Premium Class от автор Motrak. По-моему, что я так понимаю, что он приватная версия. Вот, посмотрим, на что он будет способен. Так, ребята, при досмотрении моего гайда я вас попрошу, подписывайтесь, ставьте лайк для тех, кто не подписался. Советуем, рекомендуем подписаться на моего канал Дальнобой ТВ, Дитрак ТВ. Также хочу отметить, что для тех, кто завтракает, обедает, ужинает, также им приятного аппетита, также приятного просмотра. Что ж, ребята, обзор будет продолжаться краткого и интересного, так что, ребята, особо не переключайтесь. Обзор. Погнали. Всем желаю приятного просмотра. Так, ребята, здесь, как обычно, ничего делать не будем. Попадем. Покупка грузовик у дилера бренда Модификация. Как видите, как мы видим, перед вами, перед нами Renault Premium High Groove. High Groove — это значит вот эта высокая спалька. Вот он этого есть. Так, модел грузовик 4x2, шасси тип кабина High Groove, расположение руль, естественно, слева, мощность двигатель 400, лошадиная сила 200 кюб, крутящий момент 20-40, днем 500, 1200 объем топлива бака, тип коробка применения передача, OptiDrive R плюс реверса, объем топлива бак 600. Так, всего лишь предоставлено один вариант, предоставлено один экземпляр. Кликнем под это дело, попадем в изменение конфигурации. Ребята, что хотел отметить, сейчас у меня как бы стимовская версия, лицензия с допуском DLC, поэтому... Так, ребята, не знаю, FPS, видите, вот лево верхний угол, значит, показывает 345 по 343 по-разному. Если по интерьеру... Интерьер от, ну да, немножко седает, как бы, видите, вот она седает. Ладно, поехали. Так, как хотел отметить, что один вариант High Groove, шасси 4x2, так, двигатель Евро 2, ЕС-385, ЕС-400. Так, коробка, можно разобраться, что к чему. Есть OptiDrive 12, без никаких ретардеров, без никаких реверса. Есть OptiDrive плюс реверс, также с ретардером. Давайте вот это оставляем. Так, интерьер. Здесь предоставлено два варианта, своя. Если такая же, есть вот такой же. Так, ребята, не знаю, вот как вам, сразу хотел отметить, что не знаю, автор, за что он спросит для его такую сумму, потому что я без обзора я посмотрел, мод класс, мод супер, мод отличие, но есть одно но, при включении стеклоочиститель есть вылета. Ребята, если что, ссылка про автор оставлю в описании. Вот, зайдете, посмотрите, что к чему. Можете ему задавать вопрос, почему-то во время стеклоочиститель, во время нажать стеклоочиститель, есть вылета, то есть вылетает. Ну, я не знаю, если получится, перед вами я попробую это дело сделать, чтобы вы убедились, что к чему. И мне было понятно, и вам было интересно. Спасибо за ваше внимание. Так, что же, идем дальше. Как хотел отметить, что здесь, типа, как она там? Привилега. То есть, ладно, по цене я смотрю, что здесь дорого, здесь дешевле. Значит, берем вот это, там, ну, если так взять, не должна быть там столько. Ну, ладно, бог с ним. Так, давай-ка вот это оставляем. Так, краска, вот мне что понравилось, краска, все четко, все ясно. То есть не как другие тягачи, а лишнего. Так, есть пользовательский цвет плюс металлик, берем зеленый с белой, красный с белой, также зеленый с белой такой. Есть однопользовательский цвет, пожалуйста.
Есть апгрейд, стартовый вариант. Серая, типа того, типа грязный скина. Есть красный, пожалуйста, такой. Есть RVC, RVC Cargo, то есть тоже какой-то международная транспортная компания, типа того. Есть Rommel Cargo, Rommel Cargo. Есть Redel. Ну, это, естественно, что на любой, это французская компания, там Нарберт, Норберт и там Дентре Сангле, то есть есть вот такой же Эсерса, есть вот такой же Геодис. Все, давай-ка-то, ребята, все такой же вот это оставляем. Для меня слишком вот это стало интересно. Так, тюнинг, можно разобраться, что к чему. Не, как бы тягач, неплохая тягач, вот это основной минус. Есть некоторые игрока хотят во время езды, хотят, чтобы было дождь, да, а вы прикиньте, когда вы едете, хотите включить во время дождь, хотите включить стеклоочиститель, а вдруг произойдет вылет. Это типа, могу сказать, что типа игроком могут испортить настроение. Вот как бы как-то так. Так, предоставлена одна вариант, типа краска, но здесь не краска, а пластиковый вариант. Так, здесь открыто тир закрыто, и есть АДР для тех, кто будет возить типа опасный груз, типа как борная кислота или нефтяной продукт, или там, ну, там остальное другое, удобрение и так далее подобное. Давайте лучше пускай будет тир, конечно. Так, здесь у нас есть такое освещение. Два варианта такой, то есть видите, да, то есть если так включить, ну там уже дальше, ну зато исправлено по освещению, исправлено. Так, идем дальше. Есть номера для тех, кто будет использовать в фотошопе, можете сюда свой загонять. Есть украинская, есть также украинская. Типа это новейшая технология, новейшая, это устаревшая, или он новейшая, это устаревшая, типа того. Есть Словакия, есть Румыния, re-extended, есть восстановление Польша, rebuild, есть Нидерландия, есть Великая Степь, Казахстан, есть Франция, есть Германия, есть Чехия. Давайте все такое же Франция, потому что Рено особо как бы французу собирает, пускай будет Франция. Так, здесь у нас освещение, есть пластиковый цвет, есть такое же. Давайте вот это освещение, типа противотуманное. Так, здесь тоже самая такая же история, либо Украина, либо Словакия, либо Румыния, Польша, Нидерландия, Голландский сыр, Франция, Германия, Чехия и Австрия, пускай будет Австрия. Не знаю, либо Австрия. Ну ладно, пускай бы. Или давайте все такое же Польша. Так, что мы здесь смотрим? Ага, здесь у нас есть такой краска плюс серая. Есть опять красная. Есть такая же. Есть модел. Металл, то есть, прошу прощения, металл. Хром 2, хром 1, все. Давай-ка все такое же вот это оставляем. Думаем, что нормально будет смотреться. Также предоставлена боковая юбка. Так, здесь у нас понятно, это ночное отображение. Так, здесь у нас либо 385, либо 400, пускай будет 400, потому что у нас двигатель стоит 400, видите, да, евро 2, и здесь 400, евро 2. Так, ладно, идем дальше. Так, это у нас передний дополнительный дефлектор. Спойлер. Передний дефлектор. Спойлер. Так, что мы здесь имеем? Здесь у нас есть серая, пластиковая и окрасочная. Давайте, пускай будет пластиковая. Также здесь можно... Так, ребята, что хотел отметить. Когда вы его скачиваете, я ссылка про него я оставлю в описании. Когда вы это дело вы скачиваете, там в комплекте идет всякие различные тюнинг,
тюнингового аксессуара для всяких различных тягача. Вот как бы как-то так. Спасибо за ваше внимание. Так, здесь у нас, как хотел отметить, что здесь есть дафовская тир, конечно, ну, странно, она, странно, что она не отображает. Вот, как бы, ладно, давайте лучше хели загоним сюда, хели. Пускай будет желтая с красной. Вот. А здесь... Здесь то же самое. Желтая с красной. Так. С этого удалось разобраться. Так, это еще не все. Так, это у нас дудки. Дополнительные дудки. Это у нас для тех, кто будет возить там опасные грузы, там типа борная кислота или строительный материал или строительная техника и так далее и подобное. Есть такая стоковая, есть одна, есть два. Давайте я лучше его уберу тогда. Так, это у нас Light Bark. Есть такой же вариант, ну типа установленный дефолтный вариант, как бы. Есть вот такой же, есть такой же. Давайте вот это вставляем. Также сюда мы можем... Давайте вот сделаем так. Спустимся. Сейчас. Где у нас Hell? А, здесь надо дать запрос от типа, как там пишется, Hell. Просто, ребята, что хотел отметить, что как бы вот это все аксессуары, они в комплекте идут. Когда вы его скачиваете, желательно открытие с помощью WinRAR, как бы, вот, там увидите, там и тюнинга, там всякие, да, там есть еще дополнительная темпа, там, это уже для тех, кто на фотошопе, я особо, как бы, на фотошопе не работаю, поэтому мне так особо ничего не даст. Ну вот, как бы с этого разобрались, с этого уже тоже посмотрели, это типа маячки, так, это у нас есть боковая окрасочная спойлер, аэродинамический спойлер. Есть верхняя часть и боковая часть. То есть, вот. Ну, как бы тягач стоит о чем-то подумать, но я так особо не понял, почему-то во время это самое, во время включения стеклоочиститель выдает вылетов. Просто понимаете, могут испортить игроком. Да, это для тех, кто любитель на ETS, хочет кататься, и также для тех, кто хочет на французский автономный тягач Renault Premium, как бы, High Groove. Так, шина здесь, по-моему, не доставлена, как бы, мы можем, как бы, дефолтный ставить, как бы, дефолтный вариант, как бы, вот. Ну, тягач хорошо, тягач, потому что если так взять, я сам любитель Renault, конечно. Да, у меня сейчас как бы 1.48 Steam допиш DLC, надо, если у кого есть предыдущая версия, я имею в виду 1.47, попробуйте запустите 1.47, не знаю, он будет работать, не будет, я не знаю. Потому что я еще не успел потестировать это дело, как бы. Вот, здесь у нас есть типа English Motors, есть по-украински вариант. Есть по Польше вариант, есть мировой вариант. Пускай будет мировой вариант. Так. Так, это у нас пластик, окрасочный. А, это все вот это, видите? Давайте, пускай будет пластиковый. Так, это у нас. А, это попозже. Что ж, ребята, все уже как бы снаружи удалось. А, здесь, видите, еще здесь дополнительно имеется задний брызговик с названием Renault, как бы, и вот с таким, давайте вот это вставляем. Так, ну здесь у нас нету, то есть нету брызгови, как бы, может есть, а его как бы ничего не поделаешь. Так, это у нас номера, по-моему. А, это все, с этого мы разобрались, там мы уже смотрели, пускай будет Франция, как бы. Так, что ж, ребята, теперь осталось попасть в интерьер. Ну, что могу сказать, интерьер? Интерьер более солидничок. Стоит о чем-то подумать. Как бы стоит о чем-то платить, конечно. Есть одна боковая верхняя зеркало, чтобы водителям удалось спокойно посмотреть, что начинается твориться за дверей, как бы. Так, это у нас своя, как бы, и плюс дефолтная. Давайте вот своя, как бы. Такая вариант.
такой же, такая же, желтый с названием. Если такая же, если желтый, если розовый, или есть зеленый, есть зелено сильно отображающая. Это типа освежитель, если так, тоже такая же вариант. Тоже такая же. Есть земля, как бы. Если такой же вариант. Если такая же. Если с огоньком, как бы. Если розовый цвет. Если такая же вариант. Ну да, здесь есть одно и то же выполнять, как бы. И давайте. Также здесь. Также он прописан с дефолтным. Игрушка также он готов работать. Видите, да? Давайте все такое же зеленое ставим. Где она у нас? Зеленая. Зеленая. Потому что я зеленую обожаю. Так, идем дальше. Здесь у нас козырька одна предоставлена. Есть дополнительный козырька, прозрачный вариант. Есть, можно там сюда писать. Пускай будет Реношка, Сканя, Вольвуха, моя мечта. И здесь также моя мечта. Ивека. Ивека Technology. Вот. Также сюда можно... Ну, Тикач у нас как бы европейский вариант, как бы. Поэтому пускай будет по-европейски. Также здесь у нас дополнительный стольчик можно сюда, там, я не знаю, как там пишется, ну, не пишется там, иберовский петушонок. Так, если у нас тягач Ренальд, как бы, да, то можно FH, кружка от компании FH, как бы, также термос от Ренальд. Также сюда мы можем ставить там какие-то там вещи. Если у нас тягач Рено, то здесь можно загонять тоже не Volvo, конечно, а вот Renault. Пускай будет Renault. Так, что здесь мы имеем? Можно футляр для кожаный футляр для хранить всякие различные документы, права там и так далее подобно. Все, наверное, больше сюда как бы. Это вот очки, как бы, чтобы водителям глаза не уставал, как бы фонарик, чтобы по ночам можно смотреть вокруг машины, что начинает сотвориться. Так, ключи от квартиры. Все уже как бы с этого дела. Так, руля здесь предоставлено два варианта. Есть заводская вариант, есть такой же. Так, навигатор 100% работает, как бы. Так, сюда мам, либо сумка, либо для тех, кто дальнобойщица, либо сумочка, либо для тех, кто хочет во время отдыхать, там, развлекаться с интернета, или там, кино смотреть, ноутбук, пожалуйста. Ну, пускай будет спортивная сумка для собой, чтобы могли вещи таскать. Так, это у нас красный, это типа ковер. Смотрится неплохо, конечно. Есть синий. Есть серая и есть серая такой же. Давайте пускай будет красный. Так, либо холодильник, либо сумочка, либо спортивная сумка. Пускай будет холодильник для того, чтобы не испортить всякие различные продукты. Так, есть вот такая же вариант отдел постел, как бы есть вот такой же. Ну да, мод хороший, как бы стоит о чем-то думать. Вот основная минус. Во время включить стеклоочиститель начинает выдавать вылет, а вот это нам очень начал беспокоить, конечно. Вот. А, здесь еще какой-то... бумажное полотенце, типа того. Да, неплохо планировано тягач. Тягач абсолютно неплохо. Ну да, правда, не крутится, то есть нету шагающей камеры, как бы. Вот, а так можно о чем-то подумать. Ну, если для тех, кто хочет ездить на такой тягач, то уж придется не использовать этот, как его, стеклоочиститель. Что ж, ребята, все уже, в принципе, все с этого дела удалось, пока все это дело разобраться. Так, и заодно вот эту ошибку тоже вместе с вами проверим, и чтобы им не было понятно, и вам было интересно. Так, что ж, купите, естественно. Купить там, если где-нибудь там. Угу. Так. Так. Все уже как бы, давайте сейчас прямо в гараж. И Renault Premium High Roof.
Отлично, сейчас быстренько все это дело полетит, как бы. Вот. Свободен как ветер. Что ж, ребята, добро пожаловать Renault Premium High Groove. Обычно имеется. Как автопоезд, да? Звучит неплохо изнаружи. Так. Так, что ж, заводим. Ого. Так, погнали. Да, жалко, что, ребята, я одну вещь забыл вам рассказывать. Жалко, что у этого тягача нету бортовой компьютер. Спасибо за ваше внимание. Так, смотрим. Как видите, как мы видим, все это дело работает. Так, так, отпускание работает. Но видите, ребята, то есть и работа-то работает, как бы, да? Но действующей клавиши нету. Так, ретардер. Не вижу. Баранку. Так, ретардер. То есть есть звуковая щелчков, но этого нету. Как его? Действующей клавиши нету, я имею в виду. Так. Вот я никак не могу понять, что мне надо посмотреть, чтобы в случае конфликта вылета не было. Сейчас, подождите, я быстренько это дело сохраню. Просто видите, получается так, что у меня новый профиль. Мне надо все это дело посмотреть, как бы стеклоочиститель, потому что вдруг во время обзора, чтобы вылета не было, как хотел отметить, что во время включения стеклоочиститель происходит вылета. Вот видите, так стеклоочиститель, тогда давайте я его ставлю сюда, как бы, да, а да, аварийка я ставлю сюда. Все уже. Теперь будем знать, что к чему. Так, теперь поехали. Так, аварийка работает. Право, ну то есть лево, есть действующая клавиша, есть звуковое действие. Лево. То есть право, лево. Так, аварийка, все нормальным духом работает. Так, сторона пассажира. Все это дело работает. Надо изнаружи надо посмотреть. Как видите, как мы видим, все это дело работает. Так, также. Так, сторона водителя. Все это дело работает. Ну да, водитель как бы прописана своя, как бы. Вот. Ну да, тягач хороший, но основной минус, я не знаю. Если для тех, кто хочет на такой тягач, то вам надо все такое же к автору надо обратиться, чтобы автор взял все это дело, исправил. А так больше ничего сверхъестественного. FPS, видите, сколько начинается срабатывать лево верхний угол, если так сделать. 90, 120 с чем-то работает. Я думаю, что для слабой компа как бы пойдет нормально, как бы. Советую, рекомендую, ссылка в описании. И характеристика про этот тягач также оставлю в описании. Что ж, ребята, так, теперь давайте ночью надо проверить ночь. Так. Так. Но видите, как бы дождь идет, как бы я не могу стеклоочиститель включить по такому причине, что начинает выдавать вылета. Тогда придется этот вероятность вот эту придется исключить, как бы вот эту исключить, чтобы в случае, ну все равно у нас как бы стеклоочиститель не работает, как бы стеклоочиститель у нас не работает. Это все такое же вам и нам. Все такое же. Надо к авторам обратиться, чтобы автор взял все это дело, исправил. Так, ладно. Так, теперь поехали там. Сейчас, все. Так, смотрим. Сетевая имеется. Есть звуковая щелчков, действующая клавиша. Нету, как видите, как мы видим, нету.
Так, изнаружи смотрим. Так, все работает. Так, это у нас габаритное, ближе, дальнее. Габаритное, ближе, дальнее. Габаритное, ближе, дальнее. Отлично, неплохая вариант, конечно. Так, а что еще осталось делать? Так, изнутри. Ага. Так, понятное дело. Это габарит. Ближе. А, это габаритное, ближе, дальнее. Габаритное, ближе, дальнее. Габаритное, ближе, дальнее. Видите, да, вот у нас действующая клавиша. Это за баранка. Где написано, где шильдик Renault и лево, лево, это вот. Еще раз, габаритное, ближе, дальнее. Габаритное, ближе, дальнее. Отлично. Все это дело посмотрели, все нормальным духом сработало. Так, стояночная. То есть, если звуковая шильчиков, но действующей клавиши нету. Видите? Действующей клавиши нету на бортовой компьютер. Отображается, видите? Все это дело отображается. Отлично. Так, что осталось доделать? Так, заводим. Так. Ага. Ого. Сейчас, видите, я забыл там время принести на 9, пускай будет 9, как бы. Ага, отлично. Так, смотрим. Ребята, звучит неплохо. Изнаружи смотрим. Своя заводская вариант. Так, отпускаем. Отпускаем. Работает. Как видите, как мы видим, все это дело у вас, у нас начинается срабатывать. Сейчас. Видите, у меня как бы профиль новый, я еще не успел там все доделывать. Так, передно и сейчас сбросимся. Пускай 9 будет, как бы. Так, еще раз. Видите, да, все работает, ребята, все классным духом работает. Так. Видите. Чувствуете, ребята? Еще раз. Ну, ребята, не знаю, как бы тягач, неплохая тягач, конечно. Так, ладно. Так, что еще хотели мы проверить? Все, вроде бы, все смотрели, как бы. Так, теперь остается проверить продвинутый цепко-симулятор. Ага. Так, отцепляем. Звук своя. Звук хороша. Звук красивая. Так. Функция кабелей имеется. Да, звук красивый. Звучит неплохо. Звучит красиво. Хороший тягач, хороший аппарат. Советую, рекомендую. Насчет управления нет слов.
тормоза. Отлично выполняет. Для нормального водителя, я думаю, больше... Так. Смотрим анимационный рут. Так. К сожалению, что не прописано. Могу сказать, что не прописано. Сбросимся. Что могу сказать, ребята? И вырубим. И давайте, ребята, теперь... ребята, хотел отметить, что не переключайтесь. Сейчас вместе с вами проверим, как он будет начинать выдавать вылета во время включения стеклоочистителя. А потом зайдем по порядку установка мода. Потому что бывает, что такая... есть некоторые моды, при себе имеется порядка установка мода. Спасибо за ваше внимание, идем дальше. И вот смотрите, у нас аварийка, вырубим. И смотрите, как происходит вылета во время включить стеклоочиститель. Видите, ребята? Видите, да? Видите, да, как хотел отметить, что начал выдавать вылета. Это все такое же вам и нам надо обратиться к авторам, чтобы автор взял все это дело, исправил, как бы, и все, больше ничего сверхъестественного. Я специально начал все это дело делать, чтобы мне было понятно и вам было интересненько. Так, как хотел отметить, что по порядку установка мод, то есть вот сам тягач от автор, как она, вот мод трайди, это автор, у него все продукты приватной версии, то есть пойдет сам тягач, пойдет физика, пойдет вот это типа аксессуарис, DLC кабин аксессуарис, там типа того, категория тюнинг, потом пойдет Hello, потом пойдет тюнинг для всех грузовика, а вот это 3 и вот еще один темп. Ну, это, насколько я понял, что это уже для тех, кто будет... Для тех, кто использует Photoshop, да? Она должна быть... Самый низком приоритете должна быть. Принимаем. Сейчас он быстренько все это дело начинает срабатывать. Так. Сейчас. Да, там типа того. Хорошо, что я успел все это дело сохранить. Чтобы, видите... Я специально начал все это дело доделывать, чтобы и мне было понятно, и вам было интересненько. Все, запустимся. И вот. Что ж, ребята, мне пора с вами попрощаться. Вот, снова мы вернулись, как бы, на наш долго заслуженный Renault, который мы сейчас про него сделали обзор, как бы, вот. Ну вот. А так, ребята, больше ничего сверхъестественно. Что ж, ребята, мне пора с вами попрощаться. Надеюсь, обзор кому-то было полезно. Обзор кому-то помогло. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ссылка про донаты я оставлю в описании. Также закреплю по комменту, как бы. Что ж, ребята, берегите себя, берегите своих близких. Желаю вам всем добра, как бы. Все, что мечтаете, пожелайте, чтобы мечта, желание, все было исполнено, как бы. Что ж, ребята, берегите себя, берегите свои близкого. Всем пока-пока. До следующего выпуска стрима. Всем пока-пока.